Здравствуйте, все наши дорогие! Сегодня мы выехали в центр, это называется Биг. Мы выехали отдохнуть, немножко погреться на солнышке. И в первую очередь хотим вас поздравить с 23 февраля, с этим великим праздником. Всех хотим, спешим поздравить и мальчиков, и девочек. Всех хотим поздравить с таким великим днем. И желаем всем счастья и здоровья, и радости. И самое главное, благополучие, чтобы мы больше никогда ничего не знали плохого, только все хорошее. А сейчас вам хотим показать, где мы ходим. Так. Вот такое место. Ой, как интересно. Сейчас я вам кое-что интересное покажу. Смотрите, какие интересненькие вещички. Камай хат. Вы ешь ли халило сукар? Клюм. Эле? Вот есть выпечка без сахара. Это для диабетиков, это без сахара. А вот это все с сахаром. Это у кого нет проблем с сахаром. Каждая такая маленькая штучка стоит 7 шекелей. 7 шекелей, это у нас выходит $1.5. Вот этот магазин я люблю, Урбаника. Многие его, я знаю, не любят, но я его очень люблю, мне он нравится. Там всякие очень интересные, очень модные, очень прикольные вещички. А, еще вот так вот у нас тоже продают. Вот так фруктики, то есть, ну, в основном, конечно, это для детей. Камакосахат? Исрин. Видите, вот так вот, здесь и киви, и клубнички, и ананасики, кто хочет, и режут на месте. Если хотите, вот так вот она режет на месте. Адгам хотехет бамаком, кен? Маша муняним хотхим? Такая приятная девочка. А, кстати, и забыла вам сказать, стаканчик такой стоит 20 шекелей. То есть 20 это у нас где-то $5. Это уже стоит $5. Вот такой магазинчик. Это у нас Урбаника называется. В ней очень много всегда можно что-то найти. И видите, цены очень дешевые. То есть 24 шекеля. Вау, 59 это самое дорогое здесь. То есть это, ну, все очень такое дешевое. 29, 39. А, даже 79 есть. Вон, даже есть 79. Вот, ну, такое все, как бы на каждый день гулять с детьми, ходить в сад, ходить за ребенком в школу, ходить на покупки. На работу, конечно, такое не оденешь. Такие вот простенькие вещички. Ну, это гулять с детьми, я считаю, как бы такое. Видите? Цена 39. Вот такие. Даже обувь тут есть. Кстати, обувь у них я люблю. У них обувь очень хорошая. Сейчас с вами поднимемся на второй этаж и посмотрим с вами обувь. Мне нравится их обувь. Сейчас на второй этаж поднимаемся. Купальнички. Сейчас с вами поднимемся в обувь, я вам покажу обувь.
Видите, есть даже и нижнее белье, кому надо, кого интересует. Для девочек по доллару все такое. Вот обувь. Ну, такое нет, конечно, но в прошлом году я у них купила вот такие за 29 шекелей, вот такие вот. Мне очень понравились. Дело в том, что они очень удобные. У них здесь очень пружинит подошва. Они были такие классные. Вы знаете, не было человека, который меня не спрашивал, где ты купила. Потому что видно было, что мне очень удобно. Они очень удобные. Я в них пробегала весь город. Такие вот есть. По 50 уже. Это уже подороже. Ну, классные, классные они. 49 они, видите, они стоят. Вот. А, вот они. Вот эти я в прошлом году носила за 29. Вау. Я не знаю, почему. Меня все спрашивали, где ты такие купила. Где ты такие? То есть, я не думаю, что людям не нравилось, да? То есть, нравилось, и меня спрашивали, где ты их взяла. Потому что, говорили, видно, что тебе очень удобно. Вот эти тоже были очень удобные. Вот такие я тоже брала по 20 шекелей. То есть за сколько это было? За 5 долларов. Они тоже были очень удобные. В прошлом году я их носила. Они были очень-очень удобные. То есть ногу вы вставили и все. И сразу побежали. Вот такие прикольные. Интересненькие. Вот такие интересные, видите? Мне кажется, вот эти интересные. Сколько они? Сколько они? А, они 30. 29. Так. Ну все, в принципе. А, еще есть такие же черные. Может, такие возьму, вы знаете. Они очень удобные тоже выглядят. Сейчас, конечно, померяю. Это со шнурками. Но с резинкой, конечно, да, они были очень удобные. Все, девочки и мальчики, еще раз спешу всех поздравить. Еще раз спешу всем сказать много здоровья, счастья, чтобы мы ничего не знали плохого, знали только хорошее. Всем хорошего дня. Bye-bye.